Всем привет! Сегодня едем испытывать шестиколесный шатун. Со мной Константин, начальник отделочного цеха. Это тот, кто делает вам салоны, наводит красоту. Вот, сейчас вот такую лялю поедем испытывать. Заодно у нас сегодня полевые испытания, крайняя обкатка вездехода с гидроблокировками. Вот, поедем сразу на яму. В общем-то, посмотрим, как шестиколесный ее проедет. С нами это все понятно. Дожидаемся большую машину. Вижу ее уже вдали. Сейчас посмотрим, как будет проходить. На этой машине, господа, раздатка. Также присутствуют пневмоблокировки и пониженный ряд. Про все это подробнее позже. Сейчас посмотрим, как машина преодолеет те же самые препятствия, по которым мы сейчас проехали. На четырехколесной машине. Так, заехали в нашу торфяную жижу, уже немножко испачкались. Сейчас посмотрим, как это будет делать. Давай! Шатун 6 на 6. Плохо, да? Ты видел, у него прям переднее колесо прямо проталкивает по жиже за счет задних. То есть, ну, ему, да, ему даже не нужно там это особо буксовать или еще что-то там. Здорово, здорово. Шатун 6 на 6, господа, все это делает, все, что мы сейчас смотрим, без блокировок, ну, как и мы на 4-х. Компенсируется подключаемой 100% блокировкой, в данном случае гидравлической.
Оставь включенным. Вуаля. И вот, блядь, только, конечно, угол ебанутый. Стаски, снимай колесо в воздухе переднее. Ну как я тебя сниму внутри машины? Все, ты понял? Ты понял, что такое гидроблокировка? А теперь, ну вот этот кран покажи, Кость. Все, теперь у нас, смотри, пробуем сразу поворот на месте. Покажи рычаги сейчас. Должна была выщелкнуться. Нужен траве, вам ни хрена не покажу. Ну что, четко отработала. Ну это как... не дожал. Это не дожал я, да. Надо манометр все-таки четко ставить, чтобы четко знать, сколько единиц. Сколько ты накачал? Обязательно. Шестиколесничек-то, да? Проехал, смотри. Вот я думаю, что он здесь вот так вот ямок не ловил, как мы сейчас, да? Смотри. Что-то да, снес, бля. Не снес. А потерял. Проехал по этому. А вот по этой херне. Нифига себе. Снимаешь? Даже без блокировок прошли. Но я думаю, на нем вообще не почувствовал.